61-летняя звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева давно ведет закрытый образ жизни. Она не дает интервью, крайне редко принимает участие в телевизионных шоу и почти не ведет соцсети. Поэтому основные новости о любимице россияне узнают из популярных фан-аккаунтов. Однако недавно на просторах сети появился новый эффектный снимок Каменской. Елена Алексеевна предстала в роскошном и женственном образе. На ней была шляпка мятного цвета и фиолетовый плащ. А больше всего внимание привлекал прическа звезды, строгая каре. Поклонников восхитили перемены в имидже любимицы, хотя, скорее всего, стрижка была лишь часть образа для очередного теле- или кинопроекта Яковлевой. Снежная королева, богиня, ух какая, помолодела сразу лет на 30, стиляга, прокомментировали фолловеры. А что скажете вы?